выходит из своей комнаты, да, вот идет с наглой такой вот лицо и морды, да, требует корма, да, поесть ей надо, значит, ест, пьет, идет дальше спать. Ну, там что-то еще сделает, да, ну вот и как бы, понимаете, никаких волнений по поводу акций, там, Газпрома, там, или кого-то, да, никаких вот этих эмоций, переживания, там, а может, потеряю работу, а может, зарплаты не хватит. Вот и стало завидно, знаете, друзья, стало завидно. И вот следующая композиция называется «Создание», и посвящается она вот именно кошке.